27 октября в Осетии пройдет очередной масштабный субботник. Уже традиционно жители Владикавказа и районов республики выходят на улицы, чтобы убрать в парках, скверах, площадках и дворах. В субботнике принимают участие все неравнодушные жители республики. Среди них и государственные служащие, работники бюджетной сферы, студенты и школьники. Каждая группа будет благоустраивать закрепленную за ней территорию. Напомним, общереспубликанские субботники проводятся уже третий год, в последнюю субботу каждого месяца с апреля до наступления холодов.